настраивал, чтобы она лочилась. Будь я со Скаром. Я вообще себя перебил просто кнопки, я большим пальцем нажимаю. Потому что так, ну, кто использует QE, я вообще не понимаю, как так можно. Так, если что, я с оружием. Бегу. Хайфов, он, короче, с двух шотов с дедова не упал. Чувак просто не упал с двух с дедова. Ну, чтоб ты понимал. Хорошо, что ты не упал тоже. Тут бинты лежат, Мак. Ну, я там Нео подрубил. С тарелки друг прибежал. Вот он здесь. Он, блядь, с сейгой. Пошел он нахуй. Оба братца, оба сайгайки, они чё, обалдели, что ли? Мне бы так игру начинать, припрыгаешь, а тут сайга. Ну, на сайгу падать. Ну, я бинтами типа жопу заматываю. Что этот ублюдок первый, который не упал с двух с дедова? С двух с дедова не упал, голый, как так? Научите, пожалуйста. У меня болик, если что, есть. Кайфово. Давай его сюда. На. Кинул. Пью. Тут как-то на военочке спокойно, что ли? Тебя на школу, видимо, упали. Ой, ну... Это оружие сзади было. Калаш. Ну как. Оружием, конечно, его сейчас тяжело назвать. Подобие на оружие. Ну да. Что-то типа оружия. Оружие, когда совсем ничего нет. Да, да, совсем бесперспективняк. Боже, зачем его так изгадили? Ну, в общем, был же обалденный ствол, типа, очень хорошо был сбалансирован. Он был не ствол такой, что нужно было тратить кучу часов, чтобы научиться на нем стрелять. Это показывало твой скилл управления таким калашом. Да, да. И просто взяли и плюнули в игроков. Типа, мы его сейчас сделаем таким, чтобы вы вообще никогда не могли научиться с него стрелять. Да, да, да. Рандом, он просто его повезет, когда его не болтает в сторону, он нормально еще ведется. А если начинает раскидывать, все, забей. По кому? По дядьке? По дядьке. Ну, на крыше у меня была. Где подружка, я не знаю. А, с той стороны, принимай, на лестнице. Ты оленя кого-то убил? Это Алан, сори. Но на самом деле не знаю, кто это. Но Ален Фоллена бы с удовольствием убил. Да? Любишь убивать? Алана Фоллена? Ну, ботоводов люблю убивать, но... Это правильно. Он меня хостил несколько раз. Я понял. Не, как бы я все равно плохо отношусь к бутону. Ну просто раз уж ботов тратит, пускай на бравое дело, блядь. Ну да, с тобой два прыгуна, блядь. Люди-пауки. Тут фламигас лежит, надо? Да, возьми, захвати. На, я тебе компенс на калаш отдам. Я все-таки рассчитываю найти патроны. Мне бы очень не хотелось с калашом ходить. Потому что, как ты думаешь, почему этого оленя не убил сверху?
Потому что калаш такой, нет, no. Это да. Калаш сказал мне, Макатай, это может быть сколько угодно скилловым, но с меня ты не зажмешь никогда. Да. Четырехкратку надо? Тихо. Соседние общаги. Перемычка, думаю. Четырехкратку надо. Угу, забежал один в перемычку и стоит. Не забежал. Мы сейчас его заставили забежать. Пошли на гнемах. Ох, там рубило вот такое смачное. Граната пошла. Слушай, это чувак, который вот забежал последний, которому еще спину с калаша дал, он все-таки победил. Тихо. Я не слышу. Так, знаете. Спасибо. О, так ты посмотри, какой мост. Мы время тратим свое. Погнали. Драгоценное. Спасибо огромное, Money for Nothing, за 4-й месяц саба, обалденно. Здесь холла есть, если надо. Просто космос. Нет, CV только надо. За 4-й месяц саба, спасибо огромное, это обалденно. Спасибо тебе огромное, Money for Nothing. Пошли. Подвезут на мосту. Про Фалина? Да я не хейчу самого Фалина, я имею в виду. У меня само отношение такое к ботоводам. Extended на РК не надо, да? Да. Yeah. Само Фалина, я даже не знаю. Четырехкратка надо? Не, yeah, yeah, у меня все, все. Ну, поехали. О, ничего себе у тебя там аппарат в руках. Че, а че, на кой мост едем? А на кой надо? А так, ну ты не сказал. Морда загородила, да? Да, так она, бля. Тонирована. Стекло узкое. Я просто представлял, насколько аэропокопы... Главное, курлык не сделать, курлык. Чувак, 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 перед нами. На 240. В домах? Или на да, горе? Да, 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 в дом, в дом зашел. В дом зашел. Понял, принял. Он сейчас к дырчику, наверное, пойдет. Ну, очевидно, он на чердаке, да? Давай ему закину туда. Что-то нету там. Ложки тоже чисто. Слушай, дядь, я не знаю, где он. Может, это пробежал другой дом? Он тут мог пробежать, мы его не могли их никак пропустить. Ладно, погнали на мост. Что бред какой-то? Ладно, ничего страшного, поехали. А чтобы он сейчас не пёхнул. Я возьму другой дырчик. Mm-hmm.
дроп летит. Скинул на военку. Вот эти два чувака едут. Понял. Ну, не приехали. Вообще это уже богатенько. Скажи, пожалуйста, что у них есть пятерки. 30 штук. Пятерки я могу дать, у меня 170 есть. О, зашибись, у этого 30 штук есть. Все, не хочу с калашом ходить. Он где-то здесь аирдроп меткой поставил. Дай мне чуть-чуть, пожалуйста. Спасибо. Ну что, поехали на аирдроп? Поехали, не думаю, что на военке кто-то есть еще. Он прям, прям вообще на военку упал? Он, скорее всего, чуть дальше за нее. А, ну ладно, раз его уже не видно, давай останемся здесь. Давай здесь останемся. Поехали на центр моста, я просто сейчас за УАЗиком. Понял, принял. Можно ли у тебя заказать рекламу и цену где узнать? А цену не надо у меня узнавать. Ты мне предлагай бабки. Забыл. Если мне предложишь огромные бабки, от которых я не смогу отказаться, тогда типа можно будет рекламу заказать. Спасибо, мотоцикл покоцал мне. Как так можно? Писать это личку ВК. У этого не было цвета. Ну, палка, конечно, не фонтан. Но что поделать? Макатай, уже на трофейной клаве играешь? Нет. Еще не пришла. Макс, здорово. 36 человек. Здорово. Особо уже некому по мосту-то ехать. Ну где эти зайки? Некому ехать, понимаешь? 34 человека. Здорово, оказалось, я тебя за стрим много чего полезного для себя извлек. Не за что, я только рад. Спасибо, что смотришь. Ой, дяденьки. Так. Ой, справа тоже дяденьки. Слушай, не, походу еще кто-то поедет. Ну, если не поплывет, конечно, значит, уси. Усеньки могут поплыть. У тебя лучше АВМ или М24? АВМ, конечно. Макдай, ты случайно не в курсе, Гринс перестал пап играть? Может, его забанили? Да, нет, вряд ли.
Не знаю, во что он играет? Fortnite? Он, наверное, Fortnite просто бабок за кучу забросил. Да, реально першить в горле. Чего у тебя в горле першит? Да я болею уже, что-то аж подбешивает уже. Слушай, а это нормально, что у тебя, блядь, магазин торчит из кара? Ну да. У тебя магазин новая из кара торчит. Да, я знаю. Под нами, да. Нами. Убивать. Пятерки-то все, 18 штучек. 40 на 98. Ну да сдавай, делись. Сидит там буржуй. Это тантум верде форте, убивает он микробов в горле. И если ты в теме помни, меня, то это мне тантум... 345, 345. Налево под нами сейчас проезжает. У тебя только в повторе сегодня точка, так что надо чуть попасть. Оптимисты. У меня 18 патронов. Опять 18. 40 на 23. Блин, ну дай мне, да, спасибо. Слушай, ну а как так? Ну вот, может нам кому-то сплавать? Не, мы же не успеваем. Или обратно поедем, значит я калаш возьму тогда. Если давай я сплаваю тачку, подгони к берегу, я пошел. Ну я пока подожду, хорошо? Я не буду спешить, мало ли там сейчас поеду. Окей. А потом под мост просто, ну, где-нибудь так заплывешь, почилишь и я куда-нибудь тачку. Я отписал тебе ВК. Ну, я отвечу после стрима. Есть? Чего нам надо? Чуть-чуть под пятерок есть. Чуть-чуть это сколько? 15 штучек? 80. 80. Хорош, хорош. Зонка пошла. А ехать ничего, никто не хочет. Еще 80 штучек, они заебали. Хорош. Че все такие бедные-то? Они по-братски разделили просто. Ты там и бусты цепляешь, да, надеюсь? Да. Зона идет, а никто не едет. What the fuck? Еще 80-90 штук, окей. Понял. Хорош. Ой, едет, короче, покемон. А я тут плюхаюсь, блядь. Там оптимисты причем едут. Мистичные. А лодка взорвана, да? Пиздец. Сколько ты уже там нарубил? Сейчас скажу. Десятка-то есть уже. О, еще едут. Блядь, я тебя должен встретить. Блядь! 13 уже. Нормально.
у меня. О, у них ритуал, сейчас я возьму. О, нет, у них расстрельный крит у вас. Вот там еще едут. Блядь, эти меня встречают. Дело вообще дерьмо. Тихся, я сейчас обойду. Бегу обходить. Но я, может, и снизу вообще ничего не могу сделать. Ну, нокнул. Второго ног. Блять, ебать, я жесткий. Это что за хуйня? А, они все сдохли, блядь. 50 секунд надо в зону топать. Да, знаю, но тут есть тачка, я пойду все-таки возьму тут. Автомобил. Давай. Ну, я так понимаю, пятерки не надо уже, да? Ну, на самом деле, я не успел набрать. Отрабатывает по мне с горы. Сейчас приеду, еще. Ну, у меня сейчас есть 130 штук. Ну, тут чуваков можно полутать, вот уже здесь, да? Вот они около лежат. Везде стреляли 195 где-то. Тачка едет. Едет. Ну что, мы на одной тачке, на двух? Нет, надо ехать, надо ехать, надо ехать, надо ехать. Сейчас на МК-14 прям приедем. Чуть правее возьми, наверное. Правее? Ну, на горе вот тут стоял, да. Бля, сейчас бы не наткнуться на кого-нибудь. Почему опять одиночный режим, блядь? Это я Q начал нажимать без палева. Слева, слышишь, пехаются? Так, баги наверху стоит на СЕ. Там тачка на NW стоит. Там за зоной стреляют, смотри. Прям близко. Бля, 345. Попал по нему. Ой, блядь! Фига мне дали. Его друг за дверью стоит. Да-да-да, мне прям башку он прилетел. Жду его. Хорош. Необычно юзно. Бля, я залезаю! Помогите! Тебе комфортно? Нет, не очень. Так, ну нам так-то... О, перед нами тип лежит на СЕ, прям лежит. Алган, ну, нужен лежит? Да, я бы на тачке. Я бы что-то в такой круг на тачке не хотел. Ну поехали, поехали, окей. Шофер. А, у нас тачка-то на пол рубля. В прямом смысле. Ну, доедем до куда сможем. Я не хочу по полю бежать. Это. Понял, да? Ну что, мы к зданию? Можно, да. Давай от камней уже пробежимся. У вас. И крейт лежит, смотри, во дворе. Удобненько вышло. Думаешь, лутаны? Я думаю, с него МК-14 взяли. Ну, что-то идти к нему так себе. Все дома закрыты. Какого-нибудь окна вылезет, Анатолий. Здесь никого. Я дождался круга. Тут третья морда целая. Да? У меня. Мне надо, потому что мне в морду дали последний раз.
Так, у меня 40 на 82. Под патроном. О, на. На-на-на. У меня 40 на 100. Бля, много. Даже не лезь. На, дракарис надо выбрать. Не хочу дракарис, раз. На две аптечки, если тебе надо. На. Я вижу. Я мансер 3000. Пацан просто реально мансер 3000. Я прям башки вообще не видел, пришлось в плечо стрелять. Потому что, знаешь, типа в башку пальнул и еще и промазал бы, и вообще тогда шот не зачелся. А перед нами прям близко, за вот этой будкой на Е. Не, сортир, за будкой сортир есть, вот он за ним. Вот он здесь, прям у лестницы сидит, вон, видишь? Ты видел? Он без. Да, я нокнул его. Понял. Вот его друг здесь. Да вообще нормально, типа, нет? Один человек остался. Он, блядь, без ничего прибежал сюда. Ну, он только с режима АФК вышел. Как он пережил Грену вообще? Челлендж, может, а пацана челлендж? Не понимаю. Не убив никого, типа, топчик. Да, и без оружия, типа. Максимум миролюбия. Максимум пацифизма. Пацифисты. Да-да-да. Пацифисты этот челлендж заказали. Слушай, может, последнего сковородками затопчем, если он будет вообще не аляулю? Ну, если он сейчас стрелять по нам не станет. Мы его найдем, напугаем, там, дракарисами сожжем. У меня два дракариса, давайте один дракарис дам и сожжем его. Давай. Все, блядь, профессионал какой-нибудь гребаный попадется. Ну, если он прям вообще будет агрессивничать, ну, как мы, разумеется, сразу убиваем. Но если мы его найдем, и он там такой сидит хитрожопый. Ну, я понял, сидит где-нибудь за деревом. Да. Просто сожгем его, окей. Сначала тогда один молотов дадим, потому что один молотов не снимает сотку хп. Ой, задержка была. На секундочку. Так, давай. Курит. Давай это чуть разойдемся. Давай я справа. Сейчас пойду. Куда-нибудь в зонку зайду, а ты где-нибудь слева будь. Чтоб, если что, мы его в этот взяли. Чтоб мы его с двух сторон прижали, там, сковородами забили, сожгли. Я вижу его, он на Е. В банановой одежде, на Е через дорогу от нас дерево. Центральное дерево, вот ты сейчас на него, ты ему сейчас в бок заходишь. А, вижу, сейчас вижу. Сожгем его. Он, ну, пикает тебя. Сейчас я ему постреляю, он спрятался. Я перебежать, чтобы пострелял. Че, готов сжечь его? Бля, я промахнулся чуть-чуть. Чуть-чуть. Но я сейчас ему кину, братан. Давай, 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 я жду. Пугай, пугай. Он не загорелся. В ножку дал ему, в ножку дал. Еще раз дать? Или подождешь? Я камикадзе, блядь. Давай, давай, я слежу. Лучшая реализация шахингрена. Сука, кора. Это было четко, это было круто.